Приветствую тебя, мой друг. Ты находишься на канале «Походы и рыбалка». Приятного просмотра. Всем привет, друзья. Отпустили у нас холода. На улице погода пасмурная, видно должно быть, идет снег, солнца нет абсолютно. Температура, соотношение с последним походом, на 25 градусов теплее. Прошлый раз я ходил, было минус 30, сейчас минус 5. На этот раз я иду не один. Мы идем вдвоем с Катенькой. Все, сейчас хотим прогуляться. Местоположение наше. Опять же идем в районе Зольника. Снега у нас за последнюю неделю выпало таки прилично. Куда-то далеко ехать, сугробы. Ну, может быть, один бы-то я поехал. Ну, точно не с Катенькой. Все, сейчас хотим прогуляться. А, местоположение. Мы идем в сторону третьего озера на Зольнике. В общем, в ту сторону. Посмотрим, дома я на карте погуглю, вставочку сделаю, где мы будем проходить. Хочу обратиться к дизлайщикам. Ну, я, конечно, против ничего не имею. Но, допустим, первый вариант. Человек заходит на канал, смотрит видео, после себя оставляет только один просмотр, ни лайка, ни дизлайка. Не вопрос, его право. Второй вариант. Опять же, человек заходит на канал, посмотрел видео, ему понравилось, он поставил лайк, прокомментировал, соответственно, в положительную сторону. Третий вариант. Обращаюсь к тем же самым дизлайщикам, который просто как шпион зайдет, я не знаю, оставит после себя дизлайк, ни комментария. Не знаю, просмотр, скорее всего, тоже не полный. Ну, последних, наверное, видеороликов 10-15. 1-2 дизлайка стабильно выставляют. Просто... Нет, я ничего не говорю, право ваше. Но, как говорится, если смелость есть, напиши, за что дизлайк. Вот у меня... Не помню, ну и не суть, не помню, кто-то писал, вот, мол, это не то, это не так, за это я тебе ставлю дизлайк. Все, принял, учел, исправил, как говорится, все, проблем нет. Но если так, зашел, посмотрел, насрал и ушел, ну как-то осадок неприятный. Не знаю, открою я новость или нет, для этих... фантомных, блин, дизлайщиков. Ребят, как лайки, так и дизлайки на ютубе видео, они имеют одинаковую стоимость. Так что можете не усираться. Вы наоборот делаете даже лучше. Ютуб это расценивает, что видео пользуются спросом. Как интерес. И что у этого видеоролика есть интерес для определенной аудитории. И, соответственно, его продвигает дальше. Нет, я не говорю, не ставьте дизлайки, просто к чему призываю. Если ты поставил лайк, но не обязательно там, прокомментировал, не прокомментировал. Ну, если поставил дизлайк, но все равно это, как говорится, палец вниз. Это негативное отношение. Просто хочется знать, за что и над чем, как говорится, стоит работать.
Ну ладно, не будем затягивать об этом. Вот мы сейчас проходим вдоль трубы. Дорога вот так идет прямо. Все, потом будем заходить в лес и по лесу. Кстати, ребят, если вы не смотрели последнее видео, в нем я говорил о группе в Одноклассниках. Там уже более 1000 участников. То есть, если ты любитель рыбацкой и походной тематики, присоединяйся. Я стараюсь выкладывать там интересные посты. Также делитесь своими фото, видео с походов и рыбалки. Все это дело рассматривается лично мной. Я администратор. Ни одного модератора в этой группе нет. То есть, все, что касается походов и рыбалки, все, пожалуйста, я сразу не глядя опубликовываю ссылки на даже на ваши YouTube ролики. Тоже одобряю. Но сразу говорю, никакой рекламы. Группа в Одноклассниках так и называется. Походы и рыбалка. Но если лень так искать, я ее оставлю под видео в описании. То есть заходи, присоединяйся. Всегда рад новым участникам. За последнюю неделю снега нападало. Будь здоров. Смотрите, ребят. Вот такая колея. И вот стоит Нива. То есть если... Ну, если кто-то из местных соберется сюда на зольники, на озера порыбачить, то есть как бы смотрите, сюда ехать на как минимум на Ниве. На переднем, на заднем приводе, на пузотерках тут ловить нечего. Колея высокая. Готовить сегодня будем макароны с овощами, с фаршем в томатном соусе. Попутно я включил еще навигатор, посмотреть сколько мы пройдем. Ну, заведомо знаю и хочу сказать, что пройдем мы немного. У нас будет такая прогулка на расслабоне. Пришли, ребята, к третьему озеру. Ну так, посмотреть, есть кто рыбачит. Нет. В общем, на озере никого. Следы есть от машины. Рыбаков нет. Вот, продолжаем идти. Вот по такой колее. Ее раскатали в разные стороны. Крайне тяжело идти. Ну, прошли около 2 в одну сторону. Идем дальше. Показываю специально для дизлайщиков, которые сидят дома, жопу оторвать с дивана не могут. И думают, что зимний поход это так просто вышел с подъезда. Разжег костер, там что-то похавать, БПшку заварил и ушел домой, и считая, что поход удался. В общем, о чем я говорю, пришли на место. Мы здесь в прошлый раз были. Сейчас покажу, с какого ракурса я в тот раз показывал. Вот. Но если также, кто внимательно смотрел прошлые выпуски, он вспомнит это место. Вот пришли, расчистили столько снега. Вот сейчас я покажу. То есть вот. Снега выше колена. Все, теперь за дровами и будем готовить, кушать, отдыхать. Так, ребята, небольшой лайфхак. Хорошая привычка иметь с собой веревку. Это избавило меня от хождения по сугробам. В общем, вот я уже смотал. Взял веревку, привязал к концу ножовку, ну, либо какой-то любой другой груз. Вот, стоит сосенка. И 2-3 ветки у нее сухие снизу были. Вот я их обломил. Все, нам этого более будет чем достаточно. Такой небольшой лайфхак. Что ты делаешь? Я дровишки добываю. Хворост наламываешь? Да. Ай, молодец какая. Thank you.
Так, ну все, ребята, блюдо готово. Давайте я вам покажу, что получилось. Вот получились такое жиденькое. В общем, что я сделал? Обжарил лук, морковь, фарш, добавил капусту, брокколи. Все это залил томатной пастой и добавил макароны. Все это делал, соль, специи по вкусу. Все, сейчас мы будем кушать. Вы тоже себе что-нибудь накладывайте. И вам, и нам приятного аппетита. Забыл, ребят, еще добавить. Мы сюда еще положили зелень, лука нарезали. Зеленый. Ладно, будем пробовать. Ложка у тебя цепляется? Угу. Корушки. Сползаем. Приятного аппетита, ребят. Ну все, друзья, вот и подошло видео к концу. Мы поели, замечательно прогулялись. Я надеюсь, вам видео это понравилось. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. И напишите, злостные дизлайщики, почему вам не понравилось. Ну все, ребят, теперь мы уходим домой. Сейчас костер затушим. И пойдем. Ладно, все, всем пока.